Всем привет! Добро пожаловать в гости, кто включил это видео. Я сегодня какая-то позорница, потому что я спала, проснулась, и мы сразу вышли, умылась, и поэтому я опухшая и сонная. Еще я позорница, потому что мои мокасины я вчера намочила, и они высохли пятнами. В общем, но радость у меня тоже есть, потому что я скинула 3 килограмма и вместилась в свое любимое платье. А еще и Дося тут с нами, Елисей и муж. Вообще мы держали путь в книжный магазин, хотели купить книги детям, но в итоге пошли купили... Книги хуже. Елисей рад, но в итоге пошли купили очки, отвалили 1000 гривен и все. Я хотела купить книжку. Какую? «Час тишины». Да, еще у нас тут есть всякая... А, это училище поваров представляет свои... Можно чуть-чуть сахара? Глянь, какая нарезка. Нарезают. Спасибо. Только что посмотрели, там разные училища представляют свои профессии. Ух ты, пакет лопнул. Вот, а мы идем на рынок. У нас очень много дел, прям планы наполеоновские. Если мы идем, то мы книжки брать не будем. Если идем. Если не идем, то можно 20 книжек взять. Маленькие. Пошлите хоть посмотрим. Выходной. Идем. Все, идем за книжкой. Елисей, настроение резко упало, да, сынок? Елисей вообще не любит читать, в отличие от Миши. А Виктория любит собирать блокноты. И она их хранит пустыми. Мы все-таки идем в большой книжный маркет. Посмотрим, приценимся книги. Виктория, ты что там хочешь? «Час тишины» и посмотреть «Магию утра» и «Пиши, сокращай». А ты, Елисей? Иду просто посмотреть. Елисей ничего не хочет. В отличие от Миши, он вообще читать не любит. У нас в семье читать люблю только я и чуть-чуть потом Миша. И все. Я люблю. Да? Да. Ну, муж еще любит. Елисей, выбирай что-нибудь. Вон рыба, которая потеряла очки. А, это лошадь, которая потеряла очки. Про тебя. Коль педалит, который потерял очки. Дочечка, ну что ты? Да? Угу. Токарева мне нравится, Токарева, она заклеенная. Новая книга Токаревой. Эту я читала, Метлицкую тоже люблю. Почему-то выбрал Слава, эту не читала, у меня новые книги повыходили. Метлицкую я всю прочитала. Я же відсвілу відщіпую те з паличкою. Угу. І удобряйте так же само. Угу. Найліси. 75. Найліси. Давай сюди. А скажите, горшочка в бордовом, така темна з жовтим буде? 160. Да, чуть позже будет. Спасибо. Сейчас малиновая. Держу. Все, хотела найти ароматную гвоздику, но нигде не нашла. Купила мелкоцветную сурфинию. А это какой цвет? Розовый такой. Там, значит, блин, я эту розовый хочу. Ну, это совсем ароматно. Так ароматно, это да? Тоже. Это ароматно, да. Блин, нашла. Представьте, обошла весь рынок, не дошла сюда. Вот эту мне дайте. Я покачу, у меня нема де. Елисей с цветами, и моей радости нет предела. Я в последний момент нашла душистую гвоздику. А сейчас мы куда идем? На мужской отдел. На мужской отдел за опарышами. А как выбирать опарыши? Ну, со сладенькими, значит, рыба. Нормально. Вот тут выбираем, вон, смотри. Выбираешь? Кто это сделал? А? Кто это сделал? Кого? Наступил не надо. Вы берете? О, макарончик.
Мы купили мясо, а Миша и Елисей ищут шампура. И Виктория в мясном отделе чуть ли там вообще... Да просто там, понимаете, там копыта, там воняет, и там мясо, ну я не могу. Ну да, тут мясо ей воняет, что еще, кошки, туалет воняет, что тебе еще, все воняет. Творог воняет, все ей воняет, сама она какает бабочками и питается воздухом. В общем, купили мяска, сейчас еще надо спешить. Вообще ждем мужа. Дай мне попить. Что сделал? Она капучино в себя. Шоколад в себя. Не было. За штурка, которая была, да, Виктория? У нас маленький перекус. Перепей. Вот перекус. Вот это перекус. Это перекус. Это а вот вкус. Это перепей. Доволен? Да. Завтра поймаешь, что будешь ловить? Щуку сразу. Дядя Виталику похвастаюсь. Щуку такую. А ты смотришь видео дяди Виталика? Да. Да? Я уже нет. Раньше смотрела там какие-то про рыбалку прикольные. К вечеру нажарили пирожков с яблочками. Сейчас всей семьей попьем чаек с пирожочками. И у нас новое дежурство. Это муж как-то сделал, распечатал уже без меня, потому что у меня сдали нервы, я орала на детей. А я хочу показать. Здесь уже тоже замариновала шашлык и сделала соус. Завтра идем на природу, отдохнем. Себя даже не показываю, потому что уставшая, замученная. Чистила лук на соус, на шашлык. Потекла тушь. Теперь синяки под глазами, я купаться. Сегодня у нас что? Суббота и дежурный. А, это кошка Елисей, кухня Елисей, стирка Виктория, готовка. Никто я. Сегодня Елисею не повезло, потому что он и кухню убирает, и кошку кормит. А я много насвинячила, пока делала там шашлык, соус, да, сынок? Да, зайчик, ты мой помощничек. Ну, я ж Викторию заставила тебе помочь. Ты умничка. А мне никто не помогал. Каждый день. Это вечный спор.